Посмотрите, какой вид из нашего офиса. Мы с Ромой приехали в наш офис ТНТ. Какой вид на всю Москву. Какая красота. Это не то, что у нас в деревне. Красиво. Ребят, посмотрите, сколько всего в этом здании. Мы сейчас с Ромашкой были вот на этом 9-м этаже. И на 11-м были. И вот тут в минус в 1-м на ланчере были. Так, с Маришкой, значит, двигаемся сейчас по делам. Решила чайку попить. Я говорю, давай к чаю. Возьмите творожный банан. Давай. Короче, банан без банана, чтобы вы понимали. Что за творог? Или вот бакинская кята. А вот это как? Знаешь что? А цены-то? Жесть, это в смысле просто жесть. Кята полтинник стоит всего лишь, она знает. Кайфанешь? Короче, чтобы вы понимали, у меня есть один маленький секретник, когда о нем не говорил, я лютый битбоксер. И каждое утро я в душе начинаю воображать, что я на сцене, делаю это прямо в душе. И тут Маринка, оказывается, услышала сегодня и говорит... Ром, не сегодня я услышала, а когда? Я заметила, что как ты в душе, включается вода, начинает... Ну я же не так... перестает играть, как птичка Гарик. Просто, чтобы вы понимали, вот вся движуха. Снимается здесь. Ой, снимается. Оформляется. Родная, оформила? Все, что нужно оформляется. Было. Оформляется. Ланчер. Больше ага. Меня привлекает минус один. Как так получилось? Вот проголодался спортсмен, ем протеиновые печенья, а она напуталась на какой-то хачапури. Вот понять не могу. Ты что, родная? Прикалываешься, что ли? Ну как так? Ты меня позоришь. Сейчас люди будут идти, подумают, что за жена у него. Приехал в лютый салон к лютому бармеру вот эту чебурду приводить в порядок. Поэтому посмотрим, что из этого получится. Сделанную сторону вам не покажу. Схема такая. Говорю, братишка, меня кимарит, как собаку просто. Братишка выручил. Говорит, на тебе кофеечек, братишка, горький шоколад. Приходи в себя. И продолжаем стрижку. Что ты сделал, родной? Ты не нос оторвала, ты что гонишь, что ли? Ты должен был волосы выдержать, а не нос вырвать, ты что, брат? Салфетка соскочила, чтобы вы понимали, это дичь капнула мне на усы. И теперь есть варик, и снять только с усами. Спасибо тебе, родной. Ты лучший. Давай. А, сука! Вот тебе реально кайф. Стоп пудов, смотри, Тони Старк подъехал. Что ты сделал, родной? Порядок, наверное. Я тюрьма женщина не узнает, братишка, скажет, что за красавец подъехал. Жесть.